Я к вам по очень важному вопросу. Что случилось? Вы опять перепутали подруг Оушена? Нет, нет, конечно. Нам нужен шоунатор 2023. А это кто? Ну, а это нам придется установить. Понятно. Тогда позвольте спросить, для чего? Ну, смотри. Столько субкультур еще не отсмотрено. Столько дворовых игр не сыграно. Он нам просто необходим. По вашему запросу я как раз нашел несколько кандидатов. Посмотрим. Школы мы гордость своей.
я люблю наказ. На самокате весь мир шерба, академу я гоняю, гоняю. На шерсту мне дорогу уступаю, читаю. По порядке каждый день мне сначала не наливаю, ты знаешь. Профессор, но мы же не можем просто взять и доверить им наше задание, так? Все верно. Однако, именно для этого я установил слежку, и вот что мне удалось выяснить. Знакомьтесь, класс 10-4, без них мы вряд ли бы видели свое отражение в зеркале. И к чему мне этот странный факт? Я не знаю, давайте посмотрим, узнаем. Спасибо, Егор. Честно говоря, я и сам не знаю, чего хочу от этой жизни, но одно я знаю точно. Я очень сильно хочу жить. Oh, my God.
Я к вам очередной раз по важному вопросу. Я вас боюсь. В прошлый раз вы подошли ко мне и спросили, как часто нужно менять постельное белье. Между прочим, на этот вопрос я уже знаю ответ. Первая общага в среду в 15 часов, вторая в четверг. Понятно. Тогда что вы хотели? Так вот, смотри. Ровно 5 минут, 46, 47, 48 секунд назад я резко стрел вверх, потом резко стрел вниз и понял, что разницы в изображении как бы-то особо-то и нету. Но когда я смотрю вверх, у меня шея напрягается несколько больше. Вы знаете, мне вот иногда кажется, что вы немного глуповаты для своей должности. Ой, а кто-то может со своей должности и слететь. Да ладно, ладно, я молчу. Так вот, ты не знаешь, кто бы мне мог помочь в изучении этого феномена? Я знаю, что брейк-дансеры неплохо вверх от низа отвечают. А вот у меня как раз нашелся кандидат по этому вопросу. Костя Сартоев из 9-8. Он точно знает. Изменяющий мир в прошлом. Так телеграм-канал «Собака Стрелетка» изменил жизнь более 1000 человек. Чем это ты тут занимаешься? Разрабатываю пиар-компанию нашей компании. А почему ты так уверен, что мы в ней нуждаемся? Ну потому что, когда пиара не станет, мы будем петь в подвале. Что-то знакомое. Да, это пиар-компания класса 8-6, и сейчас он будет на сцене. Смотрим!
не будут выше, чем мы. Выше, чем мы. Выше, чем мы. А на улице гроза начинается. Коллега, ты куда встала? Там молния, отойди! Chasing.
Вчера я заметила профессора за прочтением не самых стандартных для его профессии книг. Представляете, он читал «Колобка», переведенного на немецкий. Я поняла одно. Он действительно хочет захватить мир. А поможет ему в этом 9-5 класс. Thank you.
понял? Что? Что мы на верном пути. А? И как вы это поняли? Ну смотри, все просто. Для начала я понял, что все хорошо ровно тогда, когда на кастинг пришла туча людей. Потом началось самое интересное. Я проспал наше собрание. Так там обычно ничего интересного. Рома, да ладно, я любя. Профессор, я подумал насчет вашего предложения. Я не понимаю половину того, что мне говорят участники. Я не слишком сильно познал дзен современной культуры. Что? Я не понимаю современный молодежный сленг. В этом есть проблемы? Ну да. Вчера мне один из участников следующего номера 15 минут пытался объяснить, что чел в падике тильтанул, потому что его зарофлили, а он нуб и не выкупил панч. Жестко навалил кринжа. Чел, твой уровень интеллекта такой лоу. В переводе на русский низкий. Понятно. Слушаем. Смотри, шаг первый.
Мы пользуемся планом побега. А, подождите, это вы про план эвакуации при пожаре, да, правильно? Да, именно план побега, я не ошибся. Понятно. А дальше? Стираем все наши улики. Так. А что с камерами? Что, если доступ к ним есть только у верхушек? Ну, этим я еще не занимался. А я этот вопрос уже решил. У меня как раз есть кандидаты, у которых точно есть доступ к камерам. 8.1 с их видеорепортажа. Никогда больше не пойду работать по варенкам. Я так много работаю, что совсем забыл. Я не знаю, что происходит в летней школе. Еще и компот пролил на свой любимый пиджак. Блин, мне срочно нужно сходить в душ. А, вспомнил. Скоро же начнется репортаж моих любимых новостей. Нужно срочно включать телевизор. Здравствуйте, с вами Вести Лша-23, в студии Мария Васильевна. В сегодняшнем выпуске мы покажем, что успело произойти в летней школе Сунсунгу за это время. Душ – это место такое. Место уединения, место мужской силы. Именно так представляет себе душ каждый поступающий в летнюю школу. Однако, есть ряд сфера. Наша команда взяла репортаж у одного из членов этого сообщества. Открыв дверь, в глаза сразу бросается размер данного помещения. Однако Геннадий уверил нас, что не стоит свалить книгу по обложке, и повел нас дальше. Лавки из дерева, множество вешалок и современная система слива. Пройдя всего пару шагов, мы встречаем центральное место этого комплекса и всего общежития в целом. В самом центре присутствует место для светской беседы со своими близкими коллегами. В летней школе 23 класс 8.1 открывает новый вид спорта – хобби-хорсинг. Лошадка на палке, пожалуй, многих в детстве была такая игрушка. Но в наше время игра превратилась в настоящий спорт. Хобби-хорсинг зародился в Финляндии около 10 лет назад и, наконец, пришел в Академию родов – Фелшафсунсгу, который образовался в наш клуб спорта НСО пока не выделило финансов на это направление, но последователи не унывают и для тренировок используют доступные средства. В клубе сейчас идет активная подготовка к международному турниру. Ребята тренируются по разным дисциплинам. Хобби-хорсинг – пространство для осуществления твоих мечт. Когда был хобби-хорсинг, они все боялись. Я скрывал, как он стал, типа я стесняюсь. Да уж, столько интересного у них проходит в этой летней школе. Мне же захотелось посмотреть своими глазами на все это. Ребят,
А вам я желаю, чтобы эта летняя школа стала для вас вашим особенным сюжетом. Зафиксировали сразу в трех местах. Погоди, в каких трех местах? В лаборатории НГУ, в столовой и в камерном зале КАЦА. Так, хорошо. Ну, первые два понятно, да? Там летняя школа, все дела. А третий? Это я могу объяснить. Ну, смотри, наша организация очень разносторонняя. Нас даже в камерном зале обсуждают. Погоди, а откуда нас знают там? Ну, они, как и мы, без ума от Шопена. Thank you.
Ну тогда объясни мне, в чем дело? Почему Егор залетает в комнату, как в копчик ужаленный? Я согласна с его поведением. Я перестала видеть проблему в том, что о нашей организации узнают миллионы. Ну какие это миллионы? Человек 30. Как вы безжалостно дали оценку столовой. Вы вообще видели очереди туда? Ладно, согласен, тяжело. Вот именно. А я все еще не вижу проблемы. Понимаешь ли, при таком количестве людей о нашем проекте узнают многие. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Ну, а до этого вас наоборот волновало отсутствие кадров. Что случилось? Так, смотри, такое количество людей ставит под вопрос исполнение моего плана. И знаешь ли, такое количество людей требует большого количества умелых актеров, которые могут выступать на высоком уровне. А я снова пришел вам помочь. У меня как раз есть кандидаты, которые являются прекрасными актерами. Они из 9-3. Yeah.
что проблема распространения информации о нашей конторе уже не проблема. Верно. А еще что? Что мы теперь можем отличить верх от низа. А из важного? Что вы на какое-то время примерили на себя роль профессора. Что-то плохо, что ли? Нет. Но в этом нет никакого смысла, потому что есть я. Егор, ты тоже так считаешь? Не совсем. Но половина вопросов профессора были как будто бы бессмысленными. То есть вы хотите занять мое место, я правильно понимаю? Ни в коем случае. Лучше вас с вашим никому непонятным планом никто не справится. Ну, в целом все понятно. Просто ваш план, он никому не понятен, кроме вас самих, и мы хотели бы побольше о нем узнать. Во-первых, это сделано в целях вашей же безопасности. Я не смог придумать ничего более тайного, чем недосказанность. А и что нам нужен? Дополнительный щит от утечки информации. А у тебя есть какие-то предложения? Ну, очевидно, танцы. Я тебя не понял. Ну, конечно, опять вы ничего не поняли, профессор. Профессоре, совсем о себе не рассказала. А, да, точно. Я же забыла, как я к нему попала. Вероятно, его организация не добьется успеха, потому что все забудут, кто они и откуда. Давайте так. Если вдруг что, я помогу всем вам вспомнить, что следующими для нас поступает 10 первых раз. Кстати говоря, о профессоре, я в детстве хотел, между прочим, быть художником. Но у меня ничего не получилось. Йо-йо, 10-1, посумим? Ну, здесь по-любому опять профессор помешал с настройкой оборудования. Типа, все проблемы от него. Вчера я играла в пятнашки со своими друзьями. И знаете, что они мне сказали? Что новый сезон Ведьмака уже предыдущий. Да-да. А я его сказала рот с мылом помыть. Ну это ладно. Они все разделяют мою любовь к таким сериалам. Посмотрим, любят ли такие сериалы участники из 10-1-го. Все, теперь уже точно пора. Вот самый край. Все, реально взлетаем.
не хочется вас огорчать, но мы посмотрели всех кандидатов. Что? Уже? Да. Времени осталось действительно мало. Нужно выбирать кого-то одного. Погодите, а почему мы должны выбирать кого-то одного? Вот, верно подмечено. Не понял вас. Ну, очевидно, что нужно набирать замену нам всем. Невозможно выбрать одного кандидата для нашей огромной организации. Но нас ведь всего трое. Вот именно. И я считаю, что все заслуживают носить эту почетную должность. Ладно, вы правы. Спасибо всем, кто участвовал в Well Show 23-го года.